Был сегодня на подводной охоте. Первый раз в жизни застрелил судака. Такой вот красивый судачок. Не знаю, сколько в нем килограмм. Но думаю, полтора есть. Может быть, да и два. Вот. Подлещик неплохой. И голавль. Голавлик был первой рыбой, по-моему. А нет, второй уже рыбкой. И, в общем, вот такая вот рыба. К сожалению, не получилось заснять момент выстрела по судаку. Вот. Так как уже плыл домой, уже практически вылазить на берег. И, ну, совсем случайно, как бы, его заметил. И решил стрельнуть, Потом уже заснял там пару кадров в воде. Клыкастый судачок. Еще живой. Вода прохладная. Сейчас 12:30 ночи. Не знаю, буду сейчас видео монтировать или завтра смонтировать, выложить. Посмотрю, в общем. Охотился я сегодня не один. Охотились вдвоем с товарищем. Приехали в перспективное место. В надежде, что удастся встретить что-нибудь трофейное. Вот. Приехали, короче, подошли к месту. И там увидели на двух лодках рыбаки сидели, на светящиеся поплывки ловили. Там, блин, поплывков была целая куча. Нафига удочек. Кричат нам с воды, тут занято. Ну и мы решили чуть-чуть обойти это место и поплавать недалеко от перспективного места. Вот. Вода мутноватая, видно не очень хорошо. Видел пару хороших щук, но уже уходящих. Одну щуку видел прям по над самым берегом. А вторую щуку уже в толще воды. Она там стояла, то ли красноперку пасла, то ли мелочь гоняла. И видел один хороший сход. Это было что-то трофейное. Значит, уже фонарь мой почти сел. Луч был узкий. Вот. И я, получается, как бы слева от себя услышал какой-то такой вот, ну, звук. Повернул фонарик, а там уже водоросли очень сильно болтались по сторонам. Ну, это была либо щука хорошая, либо сазан, либо амур. Вот. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. Всем пока.